Меня зовут Светлана Григорьева, я из Москвы. Я живу в Келарне уже несколько месяцев, 7 месяцев. Я посещала школу каждый день. Могу сказать, что занятия проходили очень интересно. Я получила огромное удовольствие и улучшила мой английский. Сейчас я говорю гораздо лучше, чем до посещения школы. Также хочу сказать, что Киларни очень красивое место, город прекрасный, национальный парк огромный, много возможностей проводить свой досуг, бег, прогулки в парке. Могу сказать, что очень здорово.